Приветствую всех, кто заглянул ко мне на огонек в Сиднее. Сегодня буду делать расклад на очень такую интересную тему. Мы будем смотреть бывших. То есть мы посмотрим, что там у вашего бывшего на любовном фронте в данный момент времени. Узнаем, сожалеет ли он о разрыве с вами. Посмотрим, предпримет ли он какие-то действия для того, чтобы помириться с вами. И вообще узнаем итог всего этого. То есть будет ли возможность восстановить эти отношения, или все-таки же лучше забыть об этих отношениях и двигаться дальше, да? В традиции будет всего 8 вариантов. Давайте смотреть, что у бывшего на любовном фронте. Определяйтесь, пожалуйста, с вашим выбором. Остальные карты я уже буду дотягивать по ходу. Итак, что на любовном фронте бывших для тех, кто выбрал вариант номер один? Выпадает пятерка чаш в перевернутом виде, и эта карта говорит мне о том, что действительно этот человек очень сильно переживает разрыв с вами. И, безусловно, по данной карте здесь есть и желание, вы знаете как, восстановить эти отношения, либо, по крайней мере, желание примирения, потому как человек осознал какие-то моменты в своей жизни, да, то есть то, что, возможно, он какие-то ошибки делал, этот человек. И здесь проходит желание восстановления этих отношений с учетом предыдущих ошибок. Да? То есть здесь человек однозначно анализирует ситуацию, однозначно думает о вас, думает об этом разрыве. И, безусловно, это не самая лицеприятная карта. Здесь по этой карте очень много проходит переживаний и страданий. Хорошо, давайте смотреть, а сожалеет ли о разрыве с вами. Смотрите, как пятерка мечей перевернутая. Эта карта говорит мне о том, что, безусловно, разрыв у вас был достаточно тяжелый. И, возможно, вы наговорили друг другу очень много нелицеприятных каких-то моментов. Возможно, даже проигрывался какой-то аспект ревности и даже мести. Но смотрите как. Здесь человек действительно желает с вами помириться. Хотя для того, чтобы помириться, здесь, возможно, придется жертвовать чем-то достаточно важным. По той простой причине, что разрыв был все-таки достаточно тяжелым и ранящим сердце. Здесь очень много негативных эмоций сказано, очень много негативных аспектов этого разрыва. Возможно, были какие-то интриги, какая-то ложь, какие-то сплетни, наговоры. То есть здесь достаточно такой тяжелый разрыв был, достаточно печальный. Но если говорить о том, сожалеет ли человек о том, что вы больше не вместе, о том, что был разрыв, да, здесь человек сожалеет. И, кстати, даже на уровне подсознания здесь человек может думать о том, что эту ситуацию повернуть вспять уже невозможно, потому как было, как говорится, сказано много всего нехорошего, как говорится, слово «не воробей», вылетит не воротишь. То есть здесь ситуация такая очень нелицеприятная. Хорошо, давайте смотреть, предпримет ли этот человек какие-то действия для того, чтобы помириться с вами. Нет, вы знаете, нет. Человек здесь не предпримет никаких действий. Человек поставил эту ситуацию на паузу, но сказать, что не переживает, нет. Очень сильно переживает, очень сильно страдает, но действий никаких предпринимать не будет. Хорошо, давайте глянем итог. В принципе, если здесь вероятность того, что вы восстановите отношения каким-нибудь образом,
То есть итог, возможно, там вы проявите себя как-то, или в будущем этот человек как-то проявит. То есть здесь есть перспектива вообще восстановления этих отношений. Вы знаете, по перевернутой луне нет. Здесь максимум, что может быть, это вы проясните какую-то ситуацию. Однозначно здесь могла быть ситуация обмана, лжи, нечестных отношений. Возможно, была со стороны кого-то и какая-нибудь измена. И действительно здесь друг друга, скорее всего, друг друга очень сильно ранили. И, безусловно, восстановления отношений по первому варианту здесь нет. Максимум, что сможете сделать, это, наверное, прояснить какие-то скрытые моменты, да, чтобы не остаться уж совсем врагами. Но восстановления отношений по этим картам нет. Хорошо, давайте смотреть для тех, кто выбрал второй вариант. Что у бывшего на любовном фронте? Выпадает перевернутый маг. Но по этой карте здесь еще тот манипулятор. Человек, который, знаете, как Фигаро тут, Фигаро там. И готов проманипулировать любой ситуации так, чтобы было выгодно именно этому человеку. Да? Хорошо, давайте смотреть. Сожалеет ли этот человек о разрыве с вами? Есть ли здесь сожаление? Вы знаете, здесь не столько сожаления, как очень много страхов, связанных с разрывом с вами. Очень много переживаний, бессонных ночей. Возможно, человек прокручивает в голове какие-то моменты ваших встреч, ваших разговоров. Да? Здесь человек боится однозначно, что назад вы его не примете. И, скорее всего, в своей голове рисуют картины еще хуже, чем есть все на самом деле. То есть, сожалеет ли, здесь больше как переживает. Хорошо. А предпримет ли какие-то действия для того, чтобы восстановить отношения с вами, либо, по крайней мере, там, помириться? Будут ли какие-то действия? По перевернутому тузу чаш действий не будет. Но здесь у человека может проигрываться, знаете, как ситуация ревности, ситуация страхов, ситуация переживаний. Но действий с его стороны не будет, потому что как человек здесь может быть такой, знаете, любитель проманипулировать другими людьми для того, чтобы получить желаемый результат. Хорошо, ну давайте посмотрим итог. В принципе, можете вы здесь восстановить отношения как таковые? Нет. Смотрите, по перевернутому дьяволу здесь выход из ситуации зависимости. Да, здесь может быть утрата уже интереса, утрата желания расти в этих отношениях, вкладываться в эти отношения. То есть по перевернутому дьяволу здесь выход из созависимых отношений. То есть восстановление отношений нет ни в перспективе, ни на данном этапе. И, безусловно, здесь человек не будет предпринимать никакие действия. Но то, что переживает о разрыве с вами, да, переживает. Для тех, кто выбрал вариант номер 3, что происходит на любовном фронте у данного человека? Пятерка пентаклей говорит о том, что у человека на любовном фронте сейчас ситуация кризиса. Вот. Я не скажу, что здесь кто-то у этого человека есть. Здесь больше как человек концентрируется на каких-то своих личных моментах. Да? Я не вижу здесь встреч с кем-нибудь еще. Здесь больше как анализ ситуации, почему у человека, например, там идет разрыв отношений, да, почему он не может ничего построить. То есть такой самоанализ идет больше. Безусловно, по пятерке пентаклей здесь не самые лицеприятные мысли, но опять же, это ситуация кризиса, после которой может повернуть как в одну сторону, так и в другую. Хорошо, давайте посмотрим, сожалеет ли человек о разрыве с вами. Вы
Знаете, по перевернутой девятке кубков нет. Здесь, к сожалению, как такового нет, потому что человек понимает, что эти отношения перестали его либо ее наполнять, да, они утратили свою привлекательность. То есть человек, возможно, уже перестал что бы то ни было чувствовать в этих отношениях. То есть нету эмоций, нету наполнений, и не было эмоций, не было наполнения для человека в этих отношениях. Поэтому человек как бы вышел из них, и сожаления здесь нету. А предпримет ли какие-то действия для того, чтобы помириться? Вы знаете, по любовникам, да, здесь может быть такой момент, что постарается, по крайней мере, вывести все это на уровень, по крайней мере, дружбы. Но опять же, на дне колоды перевернутая судьба, она говорит мне о том, что вы свою карму с этим человеком уже отработали. То есть максимум, что здесь может быть, это просто примирение для того, чтобы, ну, не быть там, скажем, врагами, да? В плане действий здесь, вот вы понимаете как, здесь может быть выбор этого человека не в вашу пользу. Но как помириться, да, здесь, безусловно, может проиграться тот момент, что вот остаться друзьями. Хорошо, давайте посмотрим итог, что здесь может быть. Перевернутая сила мне говорит о том, что возобновления этих отношений не будет, потому что здесь уже страсть угасла, да, желания восстанавливать эти отношения нет. Здесь максимум, что может быть, это вот оставить все на какой-то такой достаточно дружеской ноте, либо привести это все в состояние такой дружеской ноты. Но человек здесь мог сделать выбор, к сожалению, не в вашу пользу еще. То есть могла проиграться такая ситуация, что человек выбрал кого-то другого. И опять же, причиной тому может послужить то, что отношения немножко, либо немножко приелись, потеряли какой-то свой запал, какую-то свою искру. И человек, соответственно, сделал выбор уже в пользу кого-нибудь еще. То есть здесь восстановления отношений, к сожалению, нет. Либо к счастью. Хорошо, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, что происходит с человеком на данный момент времени, по перевернутой тройке мечей человек как раз пытается оправиться от шока, от разрыва с вами. Здесь, безусловно, очень много переживаний. И, возможно, человек где-то глубоко на уровне интуиции понимал, что все идет к разрыву, да, этих отношений. Безусловно, здесь раны еще такие свежие, живые и больные, но человек пытается выйти из этого состояния, настраиваться больше на построение каких-то новых отношений в будущем. На данном этапе я здесь не вижу, что человек с кем-то встречается, но больше как прорабатывает те негативные моменты, которые были в отношениях с вами. Здесь, безусловно, очень сильные такие душевные раны. Хорошо, давайте посмотрим, а сожалеет ли человек о том, что разорвал отношения с вами, либо вы разорвали отношения с ним, ну, то есть, либо с ней, то есть о разрыве. Сожалеет ли человек о разрыве? Шестерка мечей перевернутая. Вы знаете, здесь человек не готов отпустить эти отношения еще. То есть человек действительно здесь переживает и отпустить эти отношения полностью не может. То есть да, здесь сожаление есть. Возможно, человек понимает, что эти отношения как бы не ведут ни к чему, да. Но есть какие-то обстоятельства, либо какие-то моменты в этих отношениях, которые не дают ему полностью из этих отношений выйти эмоционально, морально и так далее. Хотя человек это сделать желает, да, то есть человек хотел бы оставить этот негативный опыт позади, но его что-то здесь не отпускает. Хорошо, давайте посмотрим, предпримет ли этот человек какие-то действия для того, чтобы с вами помириться, наладить эти отношения, которые у вас
на данном этапе есть. Будут ли какие-то действия? Нет. По тузу жезлов перевернутому здесь человек предпринимать ничего не будет. Хотя, как я уже сказала ранее, переживает очень сильно, и отпустить вам, ну, вас, этому человеку, очень тяжело. Но предпринимать никаких действий в плане примирения не будет. Хорошо, давайте посмотрим итог. В принципе, будет ли здесь восстановление отношений? Ну, смотрите, здесь я могу сказать так, что выбор здесь очень большой. Здесь вот выпадает, смотрите, и король кубков. То есть это может проигрываться для дам, как мужчина водного знака. Рак, рыба, либо скорпион, да, как конкурент на какие-то отношения. И проигрывается король мечей, то есть мужчина воздушной стихии, может быть, водолей. Близнецы, либо весы. И еще здесь есть и рыцарь пентаклей перевернутый. То есть восстановление отношений как таковых, вы понимаете, здесь любовных отношений однозначно нет. Да? Здесь может быть максимум, что через каких-то друзей и знакомых просто эти отношения выйдут более на такой уровень дружбы, но восстановление отношений я здесь не вижу. Ну, вот еще один король жезлов. Ну, то есть здесь такая ситуация достаточно жесткой конкуренции. Выпал еще король жезлов, то есть это мужчина огненной стихии, чаще всего проигрывается как лев, овен, либо стрелец. Хорошо. Пятерка жезлов. Ну, что я хочу сказать. Здесь ситуация достаточно жесткой конкуренции. Скорее всего, эти все мужчины могут сражаться за, скажем так, лояльность дамы. Да? Но примирения как такового я здесь по этим картам не вижу. Здесь больше состояние идет какой-то конкуренции. Вот, каких-то моментов прояснения отношений. Да, но нету здесь. Как итог восстановления отношений с вами я здесь не вижу. Здесь больше как конкуренция между мужчинами за ваше внимание. Но с этим мужчиной, с вашим бывшим, я здесь не вижу восстановления отношений. Здесь каждый будет тянуть одеяло на себя, в свою сторону. Каждый будет стараться доказать свою правоту. Хорошо, давайте смотреть дальше. Для тех, кто выбрал пятый вариант, выпадает двойка кубков. Здесь я могу сказать, что у вашего бывшего уже есть отношения. Отношения, построенные на любви и гармонии. Для некоторых может проиграться, что ваш мужчина уже вступил в какие-то долгосрочные отношения, либо даже, может быть, может проигрываться для некоторых как брак, либо сожительство с кем-то. Хорошо, а сожалеет ли этот человек о разрыве с вами? Выпадает карта «Судьба перевернутая». Здесь сожаления нет. Здесь человек понимает, что свою кармическую задачу с вами он уже отработал, этот человек. Хорошо, а предпримет ли какие-то действия для того, чтобы помириться с вами? Выпадает карта восьмерка чаш. Вы знаете, здесь человек уже ушел в другие отношения, так скажем, уплыл к другим берегам, и ловить здесь однозначно больше нечего. А по итогу вы знаете, в очень отдаленной перспективе здесь может быть примирение, но больше как чтобы остаться друзьями. Восстановление отношений я по этим картам, к сожалению, не вижу. Здесь, видите, была ситуация выбора, и, соответственно, человек сделал выбор не в вашу пользу.
либо вы сделали выбор не в пользу этого человека, но восстановление связи с этим человеком нет, я имею в виду любовной связи. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас здесь по шестому варианту. Что у человека на любовном фронте? Здесь выпадает перевернутый император, то есть... Если вы спрашиваете о мужчине, который, скорее всего, был женат, да, либо женат, то здесь выпадают какие-то сложности в семейных отношениях у этого мужчины, да, то есть здесь может быть какой-то разрыв. Мужчина такой достаточно контролирующий и не, в общем-то, в потоке идет информация. Если у вас были отношения с женатым мужчиной, то здесь у него на личном фронте не все благополучно. То есть здесь может все идти в сторону либо развода, либо каких-то негативных моментов в семейной жизни у этого человека. Если меня смотрят мужчины, и они спрашивают о женщине, то здесь у нее могут быть какие-то... такие нелицеприятные моменты выяснения отношений с ее мужчиной, если у нее таково есть на данном этапе. Но сказать так, что все здесь хорошо, прекрасно на любовном фронте, я не могу. Нет, здесь больше, если даже есть какой-то партнер, то не все радужно в этих отношениях. Хорошо, давайте посмотрим, а что же человек... думаю, это вас. Сожалеет ли этот человек о разрыве именно с вами? Смотрите, как выпадает семерка чаш. Здесь сожаления как такового нет. Здесь человек может стоять перед ситуацией выбора. То есть однозначно здесь человеку может уделять внимание достаточно большое количество людей. То есть может иметь много поклонников и так далее. Но... в плане вас, сожаления, нет. Здесь может быть какие-то, знаете, иллюзии по поводу вас, по поводу отношений с вами. Возможно, человек воспринимает вас как человека такого очень популярного и пользующегося там, большим спросом у противоположного пола. Но сожаления здесь нет. Здесь больше как какие-то мечты, какое-то вожделение, какие-то иллюзии. Да? Хорошо, а будет предпринимать ли этот человек какие-то действия для того, чтобы... помириться с вами? По тройке пентаклей нет. Не будет здесь действий никаких. Не будет с его стороны или с ее стороны, да. То есть попыток примирения не будет. То есть человек первые шаги навстречу примирения делать не будет. То есть, возможно, здесь есть какие-то фантазии, иллюзии по поводу того, как произошел ваш с ним разрыв. Но восстановление отношений как таковых я здесь не вижу. Здесь мужчина достаточно такой властный, любит контролировать ситуацию и, безусловно, свою неправоту он не признает. И делать первые шаги навстречу примирения он не будет. Хорошо, а есть ли вообще шанс здесь восстановить эти отношения? Вы знаете, перевернутая башня мне говорит о том, что что-то попробовать склеить из осколков можно. Но здесь может проиграться такой вариант, что если вы были замужем за этим человеком, да, то попытки что-то как-то наладить и склеить можно попробовать. Это, как знаете, из остатков. Давайте посмотрим. Причиной там может быть, что все-таки по шестерке кубков здесь можете вы скучать по этому человеку, либо этот человек может скучать по вам. Но еще может быть такой момент, что могла быть у вас с ним какая-то родственная связь в том плане, что душевно были близки. Кого-то могут объединять здесь дети. Но здесь примирение такое очень зыбкое, да, и опять же не по инициативе здесь мужчина. Здесь мужчина ничего предпринимать не будет. То есть
для кого-то может проиграться тот вариант, что мужчина ушел к любовнице, да, а здесь попытки с вашей стороны это все как-то склеить. А для кого-то будут попытки женщины это все склеить, потому что женщина очень скучает. Но по итогу, что это вам принесет, давайте посмотрим. Десятка мечей. Но вы знаете как, здесь могут быть попытки это все склеить вопреки здравому смыслу, да, ну, потому что есть какая-то привязанность, но ни к чему хорошему не приведет. То есть восстановление отношений как таковых я здесь не вижу. То есть попытки что-то склеить могут быть, но они такие очень зыбкие. То есть... Можете что-то восстановить, да? Хотя здравый смысл говорит, что здесь, ну, нет смысла это делать, да? Попробовать сделать какие-то такие шаги навстречу примирения и что-то как-то там склеить. Но в долгосрочной перспективе это в плюс однозначно не проиграется. Хорошо, давайте смотреть для тех, кто выбрал вариант номер 7. Выпадает... Туз мечей в перевернутом виде, он говорит мне о том, что здесь, скорее всего, человек уже вошел в какие-то новые отношения, да, то есть прояснил ситуацию и начал все с чистого листа. Хорошо, давайте посмотрим, а сожалеет ли этот человек о разрыве с вами. Четверка мечей перевернута. Вы знаете, сожаления здесь нет. Здесь человек вышел из этой связи, человек... окунулся в такую свободную жизнь, новые друзья, новые знакомые, новые мужчины, новые женщины. И, соответственно, здесь человек уже строит свою жизнь, скажем так, наново, да, с чистого листа. Хорошо, а будет ли он предпринимать, либо она, какие-то действия для того, чтобы помириться с вами? По рыцарю мечей, вы знаете, здесь может проходить желание выяснить какие-то отношения, прояснить какую-то ситуацию. То есть здесь не столько примирение, как вот выяснение отношений. То есть человек полностью с вашей жизни еще здесь не ушел. Здесь могут быть какие-то встречи, и опять же, они такого скандального характера. Вот, для того, чтобы выяснить ситуацию, прояснить какие-то моменты. Ну и с чем же здесь... Здесь вот, понимаете, как больше проигрывается как ситуация ревности. Хорошо, а по итогу будет ли здесь восстановление отношений с вами? Нет, не будет восстановления отношений с вами по той простой причине, что рыцарь жезлов перевернутый мне говорит о том, что здесь человек такой, фигара тут, фигара там. Любви обильный и постоянно ищет каких-то новых впечатлений, новых партнеров и так далее. Здесь человек не готов остепениться. Вот, поэтому восстановления отношений по этому варианту здесь нет. Хорошо, давайте посмотрим, те, кто выбрал восьмой вариант. Что происходит на любовном фронте у вашего бывшего либо бывшей? По рыцарю кубков здесь идет процесс ухаживания и такой... конфетно-букетный период, да, то есть человек однозначно ходит на свидание, встречается с кем-то, строит свою личную жизнь. Хорошо, давайте смотреть, сожалеет ли человек о разрыве с вами. Вы знаете, по семерке мечей здесь сожаления как такового нет, здесь больше идет ситуация обмана, лжи, каких-то нелицеприятных слов сказанных. Еще могу сказать тот вариант, что для некоторых может проиграться, что здесь либо вы были не свободны, либо этот человек был не свободен. И здесь были отношения, как говорится, на две семьи, на два двора, да, то есть кто-то был в отношениях и встречался с кем-то еще. Соответственно, здесь, к сожалению, как такового нет. Здесь больше мысли о ситуации вот таких. Каких-то нелицеприятных
не совсем искренних отношений, да, то есть здесь кто-то кому-то был любовником, скорее всего. Хорошо, давайте смотреть, предпримет ли этот человек какие-то действия для того, чтобы примириться. Нет, вы знаете, нет, по семерке жезлов перевернутый человек здесь не готов бороться за отношения с вами. То есть человек отпустил эту ситуацию. Хорошо, давайте смотреть, а примирение в принципе состоится здесь, да? То есть есть ли шанс здесь на примирение как итог? Нет, нет, смотрите, десятка жезлов перевернутая. Говорит о том, что человек сбросил с себя груз этих отношений, потому что эти отношения давались этому человеку достаточно сложно, тяжело. Опять же, может быть, тот момент, что давались тяжело именно из-за неискренности этих отношений, из-за того, что кто-то из вас не свободен и невозможно строить что-то долгосрочное, что-то более стабильное и перспективное. Поэтому, к сожалению, либо к счастью, здесь восстановление отношений, поэтому варианту нет. Ну что же, я благодарю всех за просмотр этого видео. Пожалуйста, пишите мне, как проигрался для вас, либо не проигрался этот расклад. Я буду очень рада обратной связи. А с вами была я, Надя Энджела, и я прощаюсь с вами. До свидания, до новых встреч.